Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня у нас 12 сентября 2024 года. Улица Красноармейская. В Анапе. Вот парк джунгли. Американские горочки у нас. Так, парк джунгли. Детский парк. Вот камень основания его. В честь Международного года ребенка, апрель 1979 года. Река Анапка. И я хочу перейти в Пионерский проспект и вдоль реки Анапки через арку Фатини пройти к морю. Время у нас без 26 вечера. Майка, научу кататься. Самокатики. Вот так друзья наши ездят. Из дружественных стран нам. Дружественные страны у нас такие остались. Вот она река Анапочка. Многоводная сейчас как никогда. Рыбаки даже вечером. Уже солнышко у нас заходит. В 7 уже, 7:30 уже совсем темно, а в 7 уже темнеет конкретно. Вот, пожалуйста, рыбак. Поймал рыбку, видите, какая-то не маленькая какая. Хоп. Ловят довольные. Вот она, арочка Фатини. Проход к морю. Вечером уже многие вышли на прогулочку. На вечерний променад. А кто-то еще, как я, идут искупаться после насыщенного рабочего дня. По пути попадаются, видимо, вот такие любимые всем бегемотики. Головы бегемотов. Здесь рыбаков много. Розочки цветут. Да, южная красота. Есть южная красота. Ну и памятник отдыхающему. Такой улыбающийся. Закрыто шляпой. И ноги. Так, вот он. Мостик через Анапку, который построен. Новый. Долго-долго не строили. В июне его аж не было. Вот, наконец, он построен. С изгибом, с лавочками. Ух ты. Сегодня дело штормом. Штормом, напомню бы. В прошлом году был межсезонье шторм века. Разрушил многое что. Вот видите, такой мостик с лавочками. Купание реки Анапки запрещено. С лавочками что не делается, все к лучшему. Еще лучше сделать шире мостик, лавочки. Вот она, Анапочка. Запашучек, конечно, в ней стоит невероятный. Так, ну вот видите, вот народики, народ есть еще, уже под навесами-то уже сильно нет, хотя все равно, смотрите, сидят, отдыхают, море, на море смотрят, дышат, а мне ж надо переодеться, переодевалочки, чтобы искупаться. А я уже их прошел. Друзья, пляж Анапы, и теперь плавно на море. Это какой-то ужас. Все хают море Витязева. Еще теперь вы посмотрите на море Анапы. Смотрите. Все это воняет. Черное торфяное болото. Такое впечатление, что здесь где-то крушение танкер потерпел бы. Это пипец. Зашел я вправо, там нет такой черноты. Фу. И такой вони. Но там все море бурое. Просто оно бурое. Заплыл где-то 100 метров. Там более-менее чистое.
давайте измерим температуру воды и бежать от этого моря. Вот такой закат, красивый, солнце. Ого, вот оно, видите, вот такое оно вот. Все море метров 100 от берега. Ну и температуру воды замерю я у берега, чтобы дальше не ходить. Двадцать семь и пять градусов, 0,5 это у берега. Видите, как снимают это. Сейчас пройду к центральному пляжу, то это пляж возле Анапки. Сейчас пойду туда, к надписи «Море», что там творится. Вот здесь такие кучки уже подсохли, похожие на коровьи лепешки. Ну и пойдемте посмотрим все-таки надпись «Море» и что там творится. Здесь мы уже сами все видим, без слов. Те, кому не нравится Витязева, приезжайте на пляж Анапы. Так, ну все, я что, иду, здесь все ванизм и все такое же. Море черно-буро. Те отдыхающие сидят еще. Кто-то на морские прогулки пошел. Жизнь бархатного сезона кипит. Вот это бархатный сезон отжигает здесь в Анапе. Здесь уже чуть-чуть почище, нет такой черноты, но все равно море бурое, и людишки уже кайфуют. Друзья, ну здесь нет черноты, вот уже ближе с надписью «Море», к самому центральному пляжу, вот от пирса до Анапки там все черное море. Здесь уже более-менее, поэтому здесь и скопление народу, соответственно. Да. Ну вот видите, вот в таком месте у центрального пляжа, конечно, такого нет. Вот у нас надпись «Море». Ну здесь чистенько. Ну как не сказать, чистое тоже. Море, а она покачает, раскачивает и выкачивает бабло. Так у нас. А в лаунж-зоне у нас идет, начался уже показ фильма. Хочу я так жить. Надо, чтобы было обязательно чувство юмора, потому что, так, знаете, если бы я стала мужчиной, я бы встречалась сама собой. Классно. Классно, видите? Взяли подушечки-передушечки. Ну, легли удобно. И смотрим фильмец. Еще раз! Еще раз! Еще! Развернитесь! Хотите сейчас! Нельзя просто так взять и разлюбить человека. Но я думаю, если бы это было не взаимно. Почитаем информацию, что здесь афиша мероприятий. Йога в 11, 19, 13, 15 у нас мастер-классы. Так, кинолента сентября. 12.09. Киношок «Будущее», киношок «Вести». Незримый бой. Друзья никогда не заведут. Вообще никогда. Друг — это самый хороший человек. Кинопоказы в лаунж-зоне 7 часов. Каждую неделю смотрите кино на открытом небе. Лучше семья.
Семья, так, ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, смотрите, сколько там народу. Ну, я уже иду к машине в другом направлении, здесь по пляжу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интересней. Всем пока-пока, чао и воздушный поцелуй.